4 года назад старший сын семьи Лихановых торжественно получил паспорт гражданина Российской Федерации. Уже по традиции сегодня они пришли поддержать своего младшего сына Максима. Ну, вообще, конечно, день значительный, событие значительное в нашей жизни. Сын становится взрослым уже, у него появился настоящий документ. Наверное, ответственность он чувствует уже. Вообще, я очень волновался, особенно перед своим выступлением собственным. Ну, а так, в принципе, все понравилось. Сегодня проходило мероприятие по торжественному вручению паспортов, которое было совмещено с предстоящим праздником 23 февраля, с Днем защитника Отечества. Я считаю, что праздник удался. Действительно, ребята услышали очень много теплых, красивых слов и напутствий со стороны воинов-интернационалистов, наших ветеранов. Я детям пожелал сегодня быть, прежде всего, людьми, уважать старших, готовиться к призыву в армию, быть настоящими нашими воинами, и чтобы они не посрамили нашу Башкирию. Мероприятие производится с целью, чтобы воспитать у подрастающего поколения чувство патриотизма, любви к родине, ну и любви к своей стране, ну и чтобы дети запомнили данный момент на всю оставшуюся жизнь. Для меня это событие вообще очень важное. Конечно, очень сильно волновалась, но в общем все прошло увлекательно, очень интересно. Вообще, я чувствую, что, да, конечно, стала взрослее, первый мой документ, и я это событие приняла для себя очень ответственно.